В Челябинске открылась ярмарка фермерских продуктов от Абхазии до Камчатки. На ней жителям города предлагают отправиться в гастрономическое путешествие и купить деликатесы, которые не найти в обычном магазине. Аджика, сыр сулугуни, копченое мясо – все приготовлено по домашним рецептам. Это острый перец, в составе которого очень много зелени, кинза, розмарин, базилик, кандари. Изумительная вещь, очень острая. По словам продавца, такая аджика сделает любое блюдо вкуснее. И ароматный шашлык, и запеченные овощи. Гости из Южной Республики также привезли копченую говядину, конину и даже мясо кабана. Такая нарезка станет изыском на столе. У меня, например, день рождения, юбилей, я хотела что-то вот оригинальное. Проходила мимо и вот отоварилась. Хочется, очень хочется. Нам захотелось посмотреть, не мне, даже маме. На прилавках деликатесы кавказской кухни. Все сделано своими руками по уникальным домашним рецептам. Срок годности таких продуктов – 3 месяца, а значит, что они натуральные. Это все домашнее натуральное мясо. Сам делаем сами, своей семьей. Уже лет 15-20, где-то не первый раз у вас в городе. Ярмарка от Абхазии до Камчатки проходит в ТРК «Алмаз». Работать она будет в течение 3 дней.